Приветствую вас, друзья, с вами снова Рима. Сегодня у нас админские будни в игре под названием Arma 3 Altis Live на нашем сервере. Ссылка на сервер находится в описании этого видео и в закрепленном сообщении. Обязательно зайдите. Итак, мы с вами пугали людей, травили и все такое, но помните, да, у нас была рубрика админские будни радиация. Теперь сейчас эта радиация немножко обновилась. И, кстати, у нас еще есть обновление в самом сервере, где можно будет зарегистрироваться на арене и, как говорится, перестреливаться. Ну, это ради фана. И, кстати, там можно тоже заработать деньги. Об этом чуть поподробнее мы с вами обсудим либо в комментариях, либо в этом видео. Ну что ж, погнали. Будем шатать ребятишек именно радиации. Вот такая вот радиоактивная эпидемия будет, кстати. Сюда вот эту позу убрать. Хорошо, хорошо, прекрасно. Так, все, я готов. Погнали. Всем приятного просмотра. Итак, инвиз у нас есть, нас никто не видит. Мы можем заразиться, кстати, тоже, да? Ну, давайте сначала вызовем радиоактивное облако и будем смотреть на реакцию ребятишек. Установить начало. Это радиоактивное облако будет проходить вот через этих товарищей. Это будет жестоко. Отсюда. И установить конец. Прям в ковале закончится. Хорошо. Установить радиус 200 метров. Давайте сделаем... Блин, ну вот так вот, мне кажется, будет жестко, да? Давайте сделаем 501 метр, да? Установить шаг. Один шаг 240 секунд, либо 420 секунд. Это получается шаг. Давайте вот 250 секунд один шаг будет, да? Опишите легенду. Сделаем следующее. Утечка радиоактивных веществ при утилизации. Ну что ж. Начать. Поехали. Пошла мазута. Отправка на сервер. Ошалеть. Пошла мазута. Смотрите, первые ребята, которые здесь находятся. Сейчас посмотрим. Отправка на сервер. Радиоактивная утечка. Эти ребята молчат. Походу им трындец будет. Нажмите F, чтобы закончить анимацию. Не, не буду заканчивать анимацию. Нет, они, блин, бедные работяги. Их надо эвакуировать вообще, бедные пацаны. Хорошо, смотрим здесь. Смотрим здесь. Вот это здесь толпа стоит. О, все, заебись, настроили. Вот полиция. Проблема были. Слуховой аппарат немножко так. Шалит. Так, тебе дал. Да? Эти пацаны еще тоже не в курсе, что к ним идет полный шминдец. Подожди, я полный шидец идет. Не, мне, так, мне. Ладно, полиция. Смотрим на полицию. Хорошо. Тихо. Смотрите, смотрим. Я вам от лица полицейского департамента приношу извинения за деятельность наших сотрудников, если они так, даже так могут. Вот, естественно, нам будет тяжелее. Это жестко. Как бы, у нас сейчас много как бы патрулей и много автомобилей, и без имени нам тяжело будет найти. Но мы еще так, раз, давайте их на предупредим. BMW. Сейчас предупредим их, наверное. Господа медики, у нас радиация пошла. Мы уже в процессе. Объявление, объявление, быстро всем там работяги сверху. Все делаем. Ай, пошла, давай быстро. Радиация пошла. Че, эти одуплились? Ну-ка посмотрим. Они же не одуплились. Эти ребята не в курсе, бедные. Римас, работяг убивает. Фу, дизлайк, отписки, давай, до свидания. Они в рисовом поле. Радиоактивное облако прям на них идет. Ну-ка, интересно, как радиоактивное облако будет выглядеть. Так, так. Мы прям в облаке, ребята. Раньше как-то выглядело по... Иначе. Опа! Пошла мазута. Ошалеть. Да, да. То, что я люблю. Кстати, нам надо включить шнягу. Вот. Да, у меня ХП уходит. Прям жестко ХП уходит. МЧС, уважаемые граждане, было замечено радиоактивное облако. МЧС категорически рекомендует покинуть область координатом 072-174 и держаться на удалении не менее 1 км. Ну-ка, одуплились?
Ребята, походу, не отдупляются. Мне надо отхилять себя. Римас, админка себя отхиляет. Фу, дизлайк, отписка. Отхилять. Хорошо. Все, мы отхилили себя. Но мне кажется, сейчас будет хп падать тоже. Так, здесь непонятно, что происходит. Смотрим дальше. Прям до ковалы. Представьте, что сейчас будет. Ай, люблю. Ай, люблю. Жестко будет, жестко. Ошалеть. Че, одуплились, нет? Нет. Они даже не читают сапи. А че не молчать? Одуплились. Одуплились, ребята. А, нет, они не одуплились. Они дальше продолжают копать. Зарабатывать бабло. А, нет, одуплились. Хорошо, хорошо, прекрасно. Отлично. Спасибо, а то я бы их, наверное, предупредил. Это, конечно, было бы против правил, но так или иначе, я бы их предупредил. Пацаны местные попали. Гольф четвертый. Прям в облако попал. На больничку надо им, короче, да, походу? Так, нам надо как-то к ним... Телепорт to my target. Вот сюда. Они вылазят. Давайте быстро, 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 быстро. Братан, офигеть, он еще и машину разбил. Где он едет? Он выбрался с облака. Молодец. Ай, красавчик. Жесть просто. Жесть. Но он попал. Бедный пацан. Из-за тебя, Римас. Честный работяга, душ твой мотал. Просто остался без машины. Он не смог заработать. Ай, Римас. Ай, ай, осуждаю. Ай, осуждаю. Что там, менты, одуплились? А Хинзу даже не обязательно. Кстати, ради Хинзу можно Хинзу не одевать, насколько я знаю. Пошла мазута. Возле зоны, недалеко от зоны стоять на дороге. На индустриальной? Какой именно? Это, короче, облако будет надвигаться на ковал, как вы могли, этот. Свяжись с полицейским департаментом. Нарисован Анвил. Она, да, прям нарисован. Уже нарисован? ПД общий сбор движется. Вот видишь, она на карте начертила. ПД. На построение сотрудник. Сейчас пишем. А здесь? А что здесь происходит? Что там, ответить для тебя? А кто именно? ПД. Ну, я сказал. Ну-ка, посмотрим. Мне туда надо, да? Ну, там простой порт стоит, там нету полицейского порта. Текайте, ребята, валите. Нифига себе. Давай, короче, туда. Это что, батюшка с оружием бегает, что ли? Нихера себе. Вот это обожаю такую ковалу. Ошалеть. Ошалеть, батюшка, откуда у тебя оружие? Откуда оружие? Ошалеть, ты жесткий. Жесткий. Так. Ивент, конечно, слишком долгий. Мне кажется, надо было облако чуть-чуть по это, да? Не 250, а 240 секунд сделать. Ну, минимум 240 секунд, конечно. Вот. Будем подождать. Будем подождать, пока она сюда не выдвинется. Сейчас посмотрим, что медики предпринимают. Медики пока, походу, совещаются. Мне просто интересно, вот, реакция людей. Слушай. А почему тебе с ноги? Вот, капюшоны здесь лови. Вот лежит отдельный ящик. Ага, они уже противогазы одели, прекрасно. Химзащита и все такое. Все, превосходно. Ошаленно просто. Людей и... Грабите? Ну, собирайте людей, я пока попробую надыбать нам этот... Грабите. Как всегда, они не готовы. Как всегда, что такое там сзади стоит? Такая тачка, непонятно. А, понял, это стекло, да? Не пропускает, смотрите. Чикалдык, чикалдык. Что такое, какой вопрос? Че? Газа лишнего не найдется. Это вон к тому, к Алексею обращаться. И да? Еще этот, еще такой вопрос, смотрите. Его же будет там делать облако есть, да? В районе него, короче, индустриальная техника. Пробовать. Там мы будем делать КВП, типа. Чтоб люди по фидеку не ехали. Хорошо. Ждать их там. Я сейчас туда поеду, если что можно, кто-нибудь из ваших сотрудников тоже там. О, хорошо, да, хорошо. О, вот этот чувак, кстати, ну, уже выбрался, молодец. Отремонтировал машину. Так, куда медики поедут? Вот самый интересный контент пошел, ребята. Именно организация.
Уважаемые граждане, было замечено радиоактивное облако. МЧС категорически рекомендует покинуть область по координатам 069 туда-сюда. Вот, держаться на удалении не менее 1 км. Всем пострадавшим возвращаться к сотрудникам МЧС и тому подобное. Короче, прекрасно, смотрите, все начинают потихонечку сваливать скалы. Неужели? Что-то они туда-сюда катаются. Ох, переполох, ай, люблю. Ай, люблю, на нахер еще чувака сбил. Хорошечно. Жестко. О, молодец, вот так было бы в реальной жизни, надо встал, сбил. Ой, не дай бог, ребят, да. Жестко. Прям на ковалу шняга надвигается. Смотрите, уже третий этап пошел. Ай, люблю. Ай, люблю. Ошалеть. А что с этим чуваком? Ну, посмотрим. Опять разбился, что ли? Что-то не понял. Он меня спалил. А, нет, смотрите, он, у него ремкомплект есть. Хорошо, значит, он разберется. Превосходно. Ошалеть, ошалеть. Так, смотрим, а куда полицейские ушли? Они куда-то... Они, походу, КПП пошли ставить, да? Да, скорее всего. Надо будет потом второе облако поставить. Вообще там... Ну, я сейчас не буду ставить, конечно, облако. Я хочу вот так вот сделать. Сейчас... Шаг 200 метров, в принципе, нормально, 240 секунд. А я 250 секунд сделал, да? Хорошо, хорошо. Ну, в принципе, да, там резко она не может переходить, облако, короче, передвигается. Плавно, постепенно, равномерно идет прям на ковалу. Превосходно. Ай, люблю. Хватит так говорить, душ твою мотал. Это сообщение вроде было, да? Ничего не было. Ну, никто тебя не останавливал, ничего не говорил, не предлагал эвакуироваться. Да, ничего не было такого. Ну, все, слышал, спасибо, ладно. Эвакуация, говорит, объявлена, всеобщая эвакуация. Вам будет предоставлено средство химзащиты, еда и вода. Сохраняйте спокойствие, не забудьте документы. Да, и как раз сейчас будут арестовывать тех, у кого есть жмурчики там всякие, эти и тому подобное. Что тут происходит? Понял. Товарищ полицейский, он не слышит вас. КПП, смотрите, перекрыли. Тут можно проехать? Северную часть города. Понял, спасибо. Да, тем временем смотрю. Ай, ай, движется, ай, люблю. Да, зато, видите, заранее люди будут знать, что сюда продвигается шняга, и надо будет, короче, сваливать с этой шняги. Желтенький, тебе нравится желтый цвет? О, ничего себе, он там перемещается. Нормально, да, перемещается. Оно живое, оно движется. Оно как движется. Как твоя шейка? Прекрасно. Че нового? Все хорошечно? Да, сидим, скучаем, убиваем. Да, там полная сплошная эвакуация ковала идет. Разогнать пора уже. Ребятишек с ковала там собрались, блин. Ёптать, полуострова там. Она же на ковал надвигается. Тебя же видно, да, куда надвигается? Да. А что это за хрень идет? Там что? Радиоактивное облако. Радиация? Серьезно? Да. Каждые 250 секунд она движется в сторону ковала. Так что... Ну, здорово. Да. Погнал я дальше, короче, травить людей. Давай. Давай. Сейчас пойдем травить людей дальше. Так, что тут у нас происходит? Опа, чувака арестовали. Я того родственник. Покуйте его, походу. Он с оружием стоял. Гражданин. Гражданин, походу, ушел в сон. Кто вы дадите? А где? Должны ПДшники вам выдать. Да, должны ПДшники, МЧСники. Местная гопота. Че безобразие? Ты что это происходит? Слышал? Сынок! Товарищ полицейский! Появись, полицейский! Ты вот люди гражданские, ты им тоже нужны противогазы. Как эвакуировать-то будете? Так, сынок! Проходите на территорию центральной больницы.
вот люди вот здесь. Территория центральной больницы, кто недавно начал говорить, она находится здесь, центральная больница острова Алтис. Уважаемые граждане, в городе введено ЧС. Въезд и выезд будет закрыт в ближайшее время. Просьба проследовать всех граждан на территорию ЦБ для подготовки к эвакуации. Все пошли, смотрите, все стягиваются в центральную больницу, смотрите. Здесь, здесь, здесь. Хотя у нас народ такой похрен. Не-не-не, это эти звуковые делают. Да нет. Он прям надо мной был. Рима Савельевич, подставьте копы, съемки завершили. Да он же не будет написано. Ты не без звуков, а? Что делаешь, моя родная? И гоже так, за своим здоровьем надо следить. Я думаю, можешь сразу на него пойти. Куда надо? На радиоактивную зону. Прекращай, давай там вот, джоры, сейчас нас спасут. Ты мне хочешь с тобой с белого света жить, и так одной могилой там. Пошла, походу, она хочет опробовать эту шнягу. Вот да, вот так. Так. Что тут у нас? А, уже выдача пошла. Можно взять, да? Пошла выдача, смотрите. И одну маску? Так, смотрите, берите химзащиту, берите капюшон, берите маску. Блин, а куда мое все вот это вот одежду там? Кидайте в рюкзак. Блин. Сейчас минуточку. Бля, как подойти? О, есть химзащита. Нет, так не пойдет. Я полный, блин. Ну, тут уж. Я на химзащиту возьму. Так, вроде бы все правильно, да? Кто тут лазит? Кто тут лазит, меня спалили. Простите. Так, смотрите, в ковале-то еще народ ходит, бродит. А облако-то потихонечку приближается. Вот эта часть тоже будет вся в облаке, скорее всего. Жестко будет, жестко. Берите костюм, берите капюшон, берите маску. А маску заберите? Отлично. Да, конечно. Вот народу тут уже собралось. Так, Black Snow, тут Алекс Хантер, Хаммер, вернее. На всякий случай, и скоро будет эвакуация. Погоня, погоня пошла, ребят, погоня, смотрите, менты летят за бахой. Жестко, опа, этот врезался. Жесткая погоня пошла. Так, куда он? Он едет навстречу. Вот они стоят. Здравствуйте. Рядовой боксон, можете выйти из машины, пожалуйста? И менты сломались, разбились. Зачем? Проверка документов. А причина? Можете повторить? Да пожестче надо. Какая? Ну, чтобы проверить документы, нужна причина. Загрузка. Я вышел и показал документы, блядь. Нет, я боюсь. Я тебе вышел, блядь, и показал, блядь. А и походу знакомы. Блядь. Вот ты не выебывайтесь, понятно, в следующий раз. Ошалеть! Вот это я люблю. Ай, люблю. Рядовой боксфан. Ай, люблю. Чё, блядь? Всегда знал, что ты этот. Ну, пацаны, наших. Оспа, сейчас гулять, не надо, целоваться не стоит. Блядь. Сука. 10:29. Жестко же есть. Он только зашел. Жесткий. Может, если мы выйдем, все пропадет. Мешки уже подготовили. Смотрите, как все организованно сделали, да? Прям КПП, ШМПП, все дела. Анау-манау. Помните, кстати, вот этот жираф? Когда мы со снайпером. Давно, блядь, 5 назад это было. Помните? Кто помнит? Жираф. Шикилды, как мы в этот жираф врезали. Жираф говорит. Жёстко. А? Самая северная часть.
северо-восточная, если так быть точнее. Здесь как раз на перекрестке как раз поставили тоже временное КПП. Ну, пост, можно сказать, да? С двух сторон. Прекрасно. Эй, вируби по-братски. Ошалеть, как она по мозгам работает. Жестко. Так. Вроде бы. Вот Алтис такси катается. Не, смотрите, все-таки толпа есть. Ну, скорее всего, они сейчас химзащиту включат. Здесь вообще толпа. Она переодевается вовсю. Вертушку подняли. Ошаленную. Нормально. Я, кстати, тоже в химзащите. Ну-ка, давайте на себя посмотрим. Я еще и с дубинкой. Вот это я нормально. А что с вертушкой, смотрите? Палатку разбили. Все четко сделаю. Кстати, а что я химкостюм ни хера не могу одеть, я чуть не понял. У меня каска, шмашка. Остановите машину, прижмитесь к обочине. Блин, сколько пушку. Давай, блин, взял костюм, остальным раздаешь. Товарищ Мейгер. Готов эвакуировать кого-нибудь на вертолете. Так презерватива нету, ебаный урод. Ты главное улететь. Ты главное улететь, ё-моё. Где? Ладно, мне химзащита не нужна. Презерватива, говорит, нет. Нам на КПП. О! Че, товарищ медик. Че, красавчик, брат. Да. Товарищ медик. Разве моя маска, она не пропадает? Блядь, че с вертушкой? Да, залазь туда. Там 20 кассов. Жестко. Смысл подать мне. Противогазов. Че с вертушкой, блядь? Не знаю, сказали, что я что, мод не обновил, что ли? Жестко. Так, что здесь происходит? Хорошо, перекрыли полностью. Там тоже полностью. А эта шняга все движется сюда. Кстати, вот этот полицейский стоит в химзащите? Вроде бы, да. Да, нормально. Хорошечно. О! Два пацана летят. Что за шапка у него такая? Я ж казал прямо. О, да вот зараз заправка съедем на заправку. На Екатерину. Опа! Он, наверное, химзащиту им даст. А, товарищи, проезд через федеральную трассу закрыт сейчас. Там, а, там его на поля, мы на поля слева. Вот тут и бежать уже лучше, потому что... Да-да, да, мы так и будем. Давайте, вот обежайте, по левому туда едете. Добро. Она уже двинулась. Видите, как, блин, очень классно сработал медик-то. Он им объяснил, что здесь уже все. Уже все, ну-ка давай посмотрим, как тут вообще происходит. Ай, люблю. Ай, люблю. Хорошечно прям, да? Цветовая гамма аж поменялась. Да, отсюда уже полицейская машина ушла. Сюда передвинулась. Хелпер попросил. Классно, да? И ХП потихонечку будет падать. А если Битгод без модов человек, то он умирает сразу? Нет, тоже. Годмод вообще не помогает. Обалдеть. Красотища, очень, да? Очень. Но в следующий раз я буду площадь делать намного больше. Очень круто. А антирадин помогает? Вроде да, я им не пользуюсь. Вообще клево. Очень. Я просто хейл делаю себе и все. Хиляюсь. Так, я сейчас сдохну. Хиляй себе. Да ладно, я пойду уже. Я тебя отхилял. Да, мне тоже надо сваливать.
Ошалеть движняк, посмотрите, ребята. Просто жесть, даже ребята в очередь встали. Сука, мою вертуху вгибали, это что-то хуйня. Ай, люблю. Тихо, тихо. Я не получил. Тихо, тихо, тихо. Я же показал. Я твою мать, мы вообще живы, останемся, нет просто вашего пайка. Может сразу полетим. Давайте уже полетим, блин, отсюда куда подальше. Жестко. Там еще вертуху и тачку чьят. Надо бежать. Без паники, всем сдохнем от взрыва. Давайте на вертушку, где она? Охереть. Жестко аж лагает. Жестяч пошел. А облако приближается. Все на вертушку, братья. Погнали на вертушку. Следуйте на вертолет. Я пошел. Да, жестко. Стой, не улетай без нас, брат! Так, нам же эту площадку. Микс, давай начальники, дави. Жестко. Аж лаги пошли. Вот это народу здесь, конечно. Аж шалеть. Интересно, в армии 4. Как будет выглядеть все это дело? Так, а здесь что у нас происходит? Нет. Там люди сидят, это вообще... Вот здесь вот полная жопа вообще. Ну что ж, господа, как вы видите, вообще ни единой души в ковале. Все свалили, все прям полностью всех эвакуировали. Ну, мы посмотрели с вами на реакцию игроков, на весь этот пипец, который происходил. Вот, ну, мне понравилось, конечно, да, вот эта вот организация, вот это все. Играть в хорошие игры, всем удачи, до скорых встреч.